Здравствуйте, меня зовут Людмила Остапенко, и вы на моем канале. Я директор издательства Business Perspectives, которое было основано в 2003 году. Кому будет интересен этот канал? Студентам, аспирантам, докторантам, менеджменту журнала, рецензентам, редакционной коллегии журнала, менеджменту университета. О чем я здесь буду говорить? О том, как подать статью в научный журнал, как продвигать научную статью, о программах проверки на плагиат, о индексировании научных журналов, о профилях автора и почему они важны, о цитировании научной статьи и как повысить ее, как зарекомендовать себя в социальных сетях и связать это со своей профессиональной деятельностью. На сегодняшний день издательство, в котором я работаю управляющим директором с 2007 года, добилось таких результатов, как индексирование 4 журналов в базе Scopus. 12 журналов являются членами комитета по публикационной этике. 12 журналов открытого доступа индексируются в DOIG. Также издательство является членом Ассоциации издателей открытого доступа OIASPA. Оставайтесь на моем канале.